даже так быстро подключилась. Короче, я на территории стадиона Камп Ноу. Вот он. Я... Ну, короче, здесь хороший Wi-Fi, мы подключились. Я сижу, отдыхаю, а Роман пошел гулять по стадиону. Ну, вы там смотрите его сторис, я уже тоже только что посмотрела. Поснимал он внутри, где там магазин барселоновский всякий. Команда Барселоны. Вот, футбольного клуба, вернее, Барселоны, не команды. Вот, а я сижу, жду его, и сейчас поедем обратно в центр. Поедем в готический квартал. А потом я еще хочу зайти купить парфюм. Потом я еще хочу на одну достопримечательность попасть. Потом мы покушаем, заберем багаж и поедем в аэропорт. Вот такие планы у нас на сегодня еще. Вот, а ваши как дела, товарищи? Как там, я так понимаю, наверное, везде жара, не только у нас здесь. Здесь прям сильно жарко. Я до последнего все думала, нам говорили, что типа здесь так уже попрохладнее стало в Испании, что надо брать всякие там кардиганчики, курточки. Но я очень хотела это все брать. До последнего думала, что нет, мне нужны летние вещи. И не прогадала, реально, такая жара, что там даже некоторые с длинными рукавами я там рубашки взяла, блузочки можно было не брать, что очень жарко. Хорошо видно, слышно. Что-то молчите вообще, ничего не пишете. Я хочу на водички купить. Как цены? Цены как цены, ну нормальные. А какие могут быть в Европе цены? В принципе... Сегодня мы летим уже в Ибицу. Мы сейчас в Барселоне. Извиняюсь, я чуть-чуть. Потом мне сушат губы. Хочу накрасить помадой. Только что рассказала, какие наши планы. Сегодня второй наш день в Барселоне. Сегодня вечером мы уже летим на Ибицу. И завтра там стартует школа президента. Ну, об этом я вам обязательно сегодня напишу пост. Или сегодня, или завтра. Возможно, сегодня я напишу еще про Барселону вечером, когда уже в аэропорт будем ехать, пока в аэропорту будем сидеть. А про школу президента начну писать завтра, потому что завтра... Почему Смарт не кушаете вместо бургеров местных? А почему бы и не есть местные бургеры? Смартом мы поели, кстати, утром. Рома две штуки выпил, я один, я кофеечек выпила, он солянку и тоже кофе. Вот, потому что на квартире, естественно, у нас там еды не было, мы выпили Смарты. У нас Смарты с собой есть, но почему бы не наслаждаться какими-то местными вкусными кухнями? Мы можем себе это позволить, потому что фигура у нас нормальная, поэтому мы не распухнем, целлюлит сразу не появится. Я считаю, что в путешествии можно себе позволять местные какие-то вредности чисто ради того, чтобы попробовать, а какая именно кухня здесь, в этой местности. Так. Что помады? Что помады? Не поняла. Сейчас. А, реклама помады? Ну, может быть. Ой. Так, посетите Тибибабу. Это что такое? Расскажите. Как люди местные. Дело в том, что здесь очень много туристов, поэтому непонятно, какие из людей, находящихся вокруг, местные, а какие такие же туристы, как мы. Вот очень тяжело понять. Сколько квартиру сняли... Мы снимали же с еще ребятами, мы 7000 за сутки, получается, платили. Ой, фигуру не знаю, будем смотреть. Я планирую сегодня прилететь на Ибицу и завтра с утра уже быстренько идти в зал. Ну, не с утра, а в обед. В обед как заселимся в отель, в котором уже школа у нас будет, сразу побегу в зал. Уже неделю не была в зале, уже все сдулось. Я прямой эфир веду.
В аквариум не дошли? Нет, я считаю, что когда так мало времени, на аквариум тратить его жалко. Тебе можно кушать тон, я в восторге от сторис, очень рада, трава вкусная в Макдональдс. Макдональдс? Опа. Ребят, вы серьезно? Лучше покушать вот местные всякие вот эти вот вкусняшки-вредняшки, чем в Макдональдс эти. А на Ибицу мы вылетаем в 9 вечера, да? 21.45. Пошли. Или вы скажи, пожалуйста, где такую пижамку купить, как у тебя в истории? Синюю? Смотрите посты, где фотографии в этой синей пижаме, там я отмечала. Тибибаду – это самая высокая точка в Барсе. Но если она далеко слишком находится, то не поедем, уже у нас время ограничено. Какие будут развлечения на Ибице, увидите паэлью, правую ли? Нет, говорят, что она очень жирная, но, возможно, вот сейчас, когда мы поедем на готический квартал, там где-то рядом зайдем, покушаем. Для чего? Сейчас. Я тебе пришел и сюда ждал тебя. Все, ладно, надо ехать.